приветствую! Я Татьяна Фомичева, автор проекта «Кристаллософия». И сегодня чуть-чуть про септарию или септарин, так называют этот камень. Он очень похож на жирафа, действительно, такими вот пятнами, как жираф, или же на какой-то десерт, на крем. Вот у него есть желтый кальцит и такие вот фрагменты в коричневом ореоле, как будто бы глины или каких-то вот осколков почвы. И этот камень, это действительно камень, где есть морское дно и кальцит. Это действительно камень с морского дна. Там глиноземы твердели, и вокруг них вырастали из воды кальцитовые такие желтые полосы или, я даже не знаю, поверхности. Кальцит может иметь в септарии такое вот, ну, красивое, видимое строение, когда понятно, как росли эти кристаллики. Так вот, септария – очень солнечный, на мой взгляд, камень, и камень, который объединяет воду и солнце, или дно и солнце, когда, представьте, когда солнечные лучи проходят до самого дна водоема. Поэтому он как бы объединяет две стихии. Так вот, септария – это камень, который позволяет вам узнать себя. Реально узнать себя, узнать свои профессиональные и личные качества, уметь хорошо коммуницировать с группой, с коллективом и проявлять в коллективе свой профессионализм. Он позволяет не ругать себя, не корить себя, если у вас что-то не очень хорошо получается, если ваши проекты где-то буксуют. Он позволяет дать устойчивость и основу для того, что я могу сделать лучше. Я переделаю, я исправлю, я справлюсь с любыми проблемами и с любыми заботами. Так вот, камень, который позволяет вам укрепить свое мнение о своей личности, о том, что вы представляете из себя в социуме. И он полезен тем людям, которых очень беспокоит, что думают о них другие, кто очень беспокоится о том, как он выглядит в глазах других людей, как чужое мнение отражается на этом человеке. Поэтому этот камень подходит для тех людей, кто не уверен в себе, кто предъявляет к себе и к своей личности очень высокие требования и очень себя потом внутренне пилит, если он этому не соответствует. И исходя из этого, этот камень спасает от язвы желудка. Действительно, если у вас есть проблемы с пищеварением, и это пищеварение в верхних отделах, то есть желудок и поджелудочное, то этот камень для вас. Этот камень также для тех, кто не уверен и кто испытывает некоторые страхи. Дети, которые боятся в школе отвечать у доски, этот камень поможет им лучше себя чувствовать и хорошо излагать свои мысли и те свои знания и умения, именно с точки зрения профессионализма. Этот камень поможет людям, когда у них есть задача выступать перед группой, выступать наилучшим образом, чтобы проявить наилучшим образом свой профессионализм. Если надо получить деньги на какой-то проект, надо убедить партнеров, чтобы они подписали этот проект и вложились в этот проект. Если надо мужа убедить на что-то, то тоже этот камень очень хорош. Если в вашей жизни, в вашем окружении, в вашем доме недостаточно уверенности у членов семьи, недостаточно уверенности у семьи, как у самодостаточной структуры общества, то тогда этот камень может у вас стоять где-то на видном месте, смотреть на вас так, как жираф в зоопарке, и придавать вашим членам семьи или вашим всем домочадцам некоторые уверенности и некоторые стабильности. То есть все сомнения относительно себя, относительно своего профессионализма, септария поможет откинуть и быть уверенным
и достаточно заземленным в земной уровень и в уровень своих личных качеств. Также Септария сообщает свои личные, ваши личные качества, соединяет с духом, соединяет по вертикальной оси, и вы можете чувствовать более устойчивое свое и заземление, и уверенное проживание на земном уровне. И это была Татьяна Фомичева, автор проекта «Кристаллософия».